Нужно стараться находить время для самого дорогого, для воспитания своих детей, которых нам дал Бог. Дети – это благословение Божие, это милость Божия, и мы должны беречь своих детей, стараться делать все необходимое для их воспитания. Есть тоже такая поговорка: имеешь – не ценишь, а потеряешь – плачешь. Поэтому нужно стараться сторожить своим милости Божией, своими детьми и делать все необходимое для их воспитания. Православная Церковь всячески старается помогать родителям в деле воспитания детей. В частности, наша Новогрудская епархия разработала программу помощи родителям в деле воспитания детей. Различные летние духовно-нравственные лагеря, воскресные школы при каждом храме, беседы священнослужителей в школе с детьми, с родителями. Есть много чего нам предложить для совместной работы в деле воспитания нашего подрастающего поколения. Поэтому нужно стараться трудиться и трудиться вместе со священником, с школой, трудиться в этом ответственном деле, в деле воспитания нашей молодежи. Поэтому давайте трудиться, друг другу помогать, поддерживать, чтобы были положительные плоды нашей совместной работы.